Этот зал только по джиу-джитсу. У него что, золотой пояс? Как пояс от Луи Виттона или как? Но он большой. Да ты размазывал еще больших громил. Всегда номер один. Всегда номер один. Теперь мы можем подписывать. Топовый бой UFC 230. Кормье против Льюиса. Сможет ли обладатель самого сильного удара нокаутировать чемпиона? Переходи на Parimatch по ссылке в описании, ставь на своего бойца и получи денежный бонус. Когда ты прилетел? А, вчера ночью. هذه الصورة this is 27 time هذا 27 مرة هو رقم الفوز اللي فاز فيه يستاهل 27 winning حبيب علامة أيضا شعار anxiety أيضا هذه وحدة ما Этот зал только по джиу-джитсу. Только одно джиу-джитсу? Yes. Да, именно. Очень приятно познакомиться. Ты знаешь этого парня, так? Он с тобой разговаривал. А, да-да. Рад знакомству. У него что, золотой пояс? Как пояс от Луи Виттона или как? Не. Приятно познакомиться. Только два черных пояса. Да, они наши тренера. А, ну ладно. Так-то у нас очень много тренеров. Я хочу, чтобы ты надел кимоно. Ну, хорошо. Окей. Сейчас, тавалу швей, шабаб. Почему эти парни не дали мне пояса? А, где пояс? У меня два пояса UFC. Дайте хотя бы один. Какой цвет тебе нужен? Белый, белый. Белый пояс, пожалуйста. Я тоже знаю, как завязывать его. Хабиб. Все они подрастающие чемпионы. Мы растим чемпионов здесь. Я хочу, чтобы ты рассказал кое-что из своего опыта. Хорошо? Мне нужен твой совет нашим чемпионам и парням. Мы лучшие. Но мы понимаем то, что этого недостаточно. Нам нужно кое-что от тебя. Ты знаешь, я не хочу много разговаривать. Самое главное это... Самое главное, что у вас в голове, вы должны быть порядочными. Всегда думать то, что у вас белый пояс, несмотря на то, что даже если у вас черный. Нет разницы, даже если у вас золотой. От Луис Виттона или откуда-то еще, без разницы. В голове вы всегда должны оставаться белым поясом. Вы всегда должны уважать семью, родителей и тренеров. Потому что наш спорт, без разницы, джиу-джитсу, ММА или самбо, любой вид спорта учит нас уважению и быть скромными. Всегда быть уважительным и порядочным. И это самое главное. Без разницы, станете вы чемпионом UFC или нет, вы все равны. И упорно тренируйтесь. Верьте в себя и во Всевышнего. Вот и все. Я хочу, чтобы ты выбрал. Выбери одного.
Но он большой. Да ты размазывал еще большой громил. Да все в порядке, я попытаюсь. Ставь сюда свои ноги. Сделай еще один, пожалуйста. Дай мне чуть поменьше. Да, ты. Теперь он твоего роста. Еще один, один. Ладно, еще один раз. Всегда номер один. Всегда номер один. Давай еще так. Теперь мы можем подписывать. Спасибо, Хабиб. Спасибо вам огромное. Вам тоже спасибо. Ролик переведен и озвучен специально для Red Fury MMA. И еще один момент. Канал Айба Файт временно заблокирован, так же, как и наш Инстаграм. Конкуренты рано списывают нас со счетов. Поэтому, пока идет восстановление, автором был создан новый канал. Просим вас перейти по ссылке в описании. Подпишитесь на него и морально поддержите. На канале вы найдете много интересного материала в новостном формате. А с вами был Red Fury MMA. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всегда будьте в курсе событий из мира смешанного единоборств. Всем пока!